Ален, привет, дорогой мой. Слушай, посмотри, пожалуйста, мою картину, которая, как ты знаешь, называется «И участник события, и его свидетель». Это, кто не знает, это о том, что одновременно находиться в состоянии доминанты, в переживании, и в то же время смотреть на все со стороны. Вот как она делает. Ален, посмотри, пожалуйста, я посоветоваться хочу. Потому что мне сейчас их картины на выставку собирать, отбирать надо. А я ее начал переделывать, потому что Роман Газенко мне посоветовал, чтобы свечка была лучше видна. Вот здесь кайму сделать темнее, чтобы ярче был огонечек. Ну, как я беру кисточку, так начинаю уже все улучшать, понимаешь? И вот я не знаю, до какой степени я ее изменил и ухудшил. Потому что шея, видишь, совсем не голубая, как была. И не телесная, а белого цвета. Но она стала у меня и как монашка, и как за рулем сидит. Ну, уже какая-то такая многосложная метафора. Ну, ты как думаешь, она как, эта картина сейчас? Сильно ухудшилась или улучшилась, или как? Мне же для выставки отобрать надо А картину. я вам скажу, вот я надел волшебные очки и смотрю. Во-первых, очень чувствительные и красивые губы, по-моему, чувствительнее, чем прежде. Во-вторых, она как бы стала такой немножко, мне кажется, рельефной за счет вот вокруг то, что вы добавили. Как нимб у ангела, да? Да, и здесь у нее изменилось. Я думаю, вы улучшили, Хасай Магомедович. Но есть опасность в том, что вы сейчас пойдете дальше, и неизвестно к утру, чем все это закончится. Мы Вот. правильно. Будет как в моей новелле, которая в прозе Ру стоит. Тоска по испорченной картине, как я Вот. работал и совсем изменил картину, да. А какая новелла потрясающая, тоска по испорченной картине, да? А вот интересно, ты когда рисуешь, у тебя бывает такое, что ты остановиться не можешь? Бывает, но, наверное, не настолько сильно, как у вас. Я как-то все-таки себя притормаживаю, потому что я думаю, вот сейчас я сделаю и испорчу. И вот это меня приостанавливает. А у вас без тормозов же творчество, понимаете? У вас вот такое. Поэтому вы, да. Потом вы можете опять все выровнять и даже сделать лучше. То есть вот так. Ну, это же, наверное, от психики, от характера, от состояние текущего от всего этого вместе зависит, правда? Ведь одни люди аккуратненькие, другие могут раз испортить, поправить, испортить, еще лучше сделать. В конце концов, надо картину от него прятать, потому что шедевр, чтобы еще раз что-то не натворил там, да. Не натворил от слова творить. Вот. А, творит, да, правильно. Вот у тебя характер такой педантичный, точный, ну, как у мамы. Как у мамы. А у меня какое-то такое... Необузданный, да. Буйство красок и цвета и жизни. Покажи свою картину вот с цветочками. Вот так прямо возьми, вот сейчас покажи ее. А моя вот как раз таки. Ну, сейчас ее снимать же целая история. Я вот так, наверное, сделаю. Ну, Вот так. так сделай, да, так сделай. Там даже корешки цветков видны в воде. О, что вы, да. А вот еще я могу так же сделать. Но Вот. здесь немножко, наверное, будет темноватий. Покажи. Вот. Да, тоже вот в воде стоят. Вот это у тебя хорошо получается. Да. Слушай, я что тебе хотел сказать? Вот я на выставку сейчас должен отдать картины. Их должны отвезти. Мне надо выбрать. А я вот, если вдруг мне понадобится ваша помощь в подборе картин, вы можете свой мастер-класс? Вы уже объявление сделали? Вот я имею в виду, там на день, на два, может, Мы чуть-чуть. с Шейлой объявление не сделали. Да. Поэтому, конечно, перед вашей грандиозной выставкой мы будем рядом и морально, кто физически. И, конечно, мы можем спокойно немножко перенести. У нас же нету еще объявления такого конкретного Ну, хорошо, числа. ну там вопрос дня стоит, чтобы отобрать картины, да, я сам Хасай Магомедович, мы даю. сделаем, как вам удобно. Мы привыкли всегда вместе отбирать картины, Конечно. да. Ну, хорошо, давай, целую тебя, привет Шейли, всем привет, и самое главное, маленькому привет передай. Давай, обнимай. Без ключ привет. Да, до встречи, до встречи. Пока-пока.
Да, мне кто-то вызвался Zoom оплатить из другой страны, потому что из России оплатить невозможно. И вот не знаю, где адрес найти, поэтому я ко всем обращаюсь. Кто тогда вызвался, пожалуйста, мне напишите в WhatsApp, что это вы вызывались, и мы с удовольствием примем от вас эту помощь, чтобы вебинары провести и бесплатные ликбезы. До встречи, друзья.